привет! С вами программа Twins, и мы ее ведущие Медина и Мадина. С нами вы узнаете все о том, чем живет и дышит молодежь Бишкека. Интересные люди, светские мероприятия и все самые яркие события не останутся без нашего внимания. Последние солнечные дни. Совсем неохота сидеть дома? Как это нам всем знакомо? Состоялась премьера фильма Battle of the Year, которая вышла в прокат как «Короли танцпола». Один из главных героев – певец Крис Браун. Ликуйте, фанаты! Мы хотим сделать вам предложение. Я тренер по баскетболу. Ребята просто спортсмены, а вы сделаете из них чемпионов. Но только вместе можно пробиться к самым вершинам. Битва года в 3D. Мы знаем, у нас в Кыргызстане очень много танцующей молодежи. Не сомневаюсь, этот фильм у нас будет пользоваться большим успехом. У нас очень много танцоров, которые организуют разные джемы, батлы. Это настолько интересно, вы в этом можете убедиться сами. Мы побывали на одном из таких мероприятий. Смотрим. Till we get it, I'ma get it. Till we get it. Организаторами этого мероприятия выступили молодые танцоры из студии Let's Dance. Одного из них мы поймали на мероприятии и хорошенько расспросили. Привет всем! Куба, не смущайся, здесь все свои. Меня зовут Куба, Let's Dance Studio. Один из организаторов фестиваля One Jam. В первую очередь, чтобы хотелось рассказать об этом фестивале, о том, что фестиваль направлен на новые лица, новые имена и на тех людей, которые активно принимают участие в танцах. То есть не пройдут те люди, которые будут просто стоять и стесняться. Пройдут лишь те, которые будут активно вести свою деятельность, активно выходить на круги, активно танцевать, поддерживать остальных. Те и будут батлить в конце. То есть основной сутью является танцы, потому что многие танцоры забывают, что такое танцы на самом деле. То есть на фестиваль One Jam все танцоры приходят сначала отдохнуть, потанцевать, а уже потом за выигрышем. Ну а если вы уже окажетесь на батлах, то тогда вы уже будете сражаться дальше за приз. Призы будут самые разные, они будут все лучше и лучше. Фест будет, соответственно, расти сам. Ну, всех жду на One Jam. Peace. Ребята молодцы, так держать, побольше бы нам такой амбициозной и талантливой молодежи. Я заметила, что там были не только танцоры. Там было много людей, которые просто пришли посмотреть и поболеть. И большинство из них, конечно же, девушки. Есть мнение, что все танцоры обаятельные и накачанные. Так ли это на самом деле? Вот так вот. Наверное, многие девушки задаются вопросом, какой же идеал женской красоты у танцоров? Мы об этом спросили у Юрика Олега. Вот такой пресс, мускулы, бицепсы, вот такие. Чтобы они делали всякие футборки. Пум-пум-пум-пум. Они дают мышцы и, конечно, рост. Да, неожиданный поворот событий. На вкус и цвет товарищей нет. Так что... Нурик, чё, реально? Чтобы творить что-то прекрасное, нужна муза. Что или кто является вдохновением для танцоров? Ну, для меня муза вообще во всем, что бы я ни делал, это в первую очередь, наверное, получить удовольствие. Не знаю, это даже не муза, это просто цель вообще всего хип-хопа. Это просто получить удовольствие и помочь получить его другим. Поэтому это интересно и весело вообще. Сегодня мы побывали в удивительном мире танцев. Надеемся, вам понравилось. С вами была программа Twins. Подписывайтесь на нас на YouTube. Будьте с нами.